Всем хорошего настроения. Пришло несколько посылок. Все эти посылки с сайта AliExpress. Здесь есть одна посылка, которую я как бы узнал. Я думаю, что здесь топорик, который я заказал на сайте AliExpress. Все это мы сейчас посмотрим. Посылки все полезные, интересные. Давайте откроем вот эту самую маленькую сначала и посмотрим, что здесь. Так, а здесь у нас вот такой механизм. Я его заказывал в комплекте с ремнем и буду делать реечный механизм своими руками. И вот этот элемент будет у меня ходить по вот этому ремню, как бы по рейке. Вы сейчас увидите, я думаю, что здесь есть и ремень. В принципе, очень дешевая вещь, стоит там несколько центов. Ссылка будет в описании под видео. Так, дальше. Это также товар для самоделок. И здесь я буду... это такая как бы втулочка, которой можно скрепить две, например, восьмерки, штанги. Можно купить такую же втулку, например, 6 на 8, то есть между собой скрепить штангу шестерку и восьмерку, там 6 на 10, 8 на 10 и так далее. Разные есть размеры. Это не нужна втулка для того, чтобы скрепить между собой две штанги восьмерки. Кто делает точилки своими руками, очень полезная вещь. Можно крепить штангу к бруску, например. Ну, увидите, самоделки у меня на канале. Также недорогая, ссылка будет в описании под видео. Но я всегда стараюсь искать хорошие, лучшие цены, которые могу найти на AliExpress, чтобы не переплачивать. И ссылки все оставляю в описании под видео. Так, вот уже подарок есть. И за это спасибо продавцу. А это я заказывал вот такие специальные болты, также для самоделок, в которых на конце есть шарик и внутри пружинка для того, чтобы что-то фиксировать, но чтобы было движение. Например, между собой прижимать шар, который будет вращаться, и делать вот такие подшипники. Есть разная длина и разный диаметр. Мне нужны были вот такие длинные, и я заказал шестерку. Заказывать можно и поштучно, конечно же, но дешевле и интереснее заказывать в комплекте. Здесь их 10 штук должно быть. Мы еще не пересчитали. Да, 10 штук. Так, 4, 5. Ничего себе. Даже одна в подарок получилась. 11 я насчитал. Давайте пересчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Спасибо. Спасибо продавцу за подарок. Он положил в подарок мне ключ, за что отдельное спасибо, и дополнительный один винт, вот этот. Он идет, кстати, под шестигранники, это 6 на 30 винты. И давайте посмотрим топорик, который я заказал на сайте AliExpress. Это один из самых популярных, самых продаваемых топориков. Он мне понравился визуально, и я посмотрел отзывы. В принципе, должен быть хороший топор на кухне. Это кухонный топорик. Вау, как он красиво смотрится. Смотрите, здесь разные металлы или... Нет, это разная полировка. И есть еще вот такая накладка на лезвие. И плюс дополнительно вот такая накладка. И очень-очень красиво смотрится. Такое впечатление, что он многослойный, но это не слои металла. Это просто разная полировка. И здесь как бы спуск... Один как бы сканди спуск, который имеет еще подвод. На спуске есть подвод. Наверное, это так, да, так и сделано. То есть увеличение угла заточки до кромки. Деревянная ручка. Ручка очень красиво смотрится, вот эта рукоятка. Здесь у нас металл, надеюсь, все это нержавейка. И в руке лежит отлично. Вот, толщина хорошая и хорошо удерживать в руке. Этот топорик можно даже рубить. Но этот топорик, конечно же, не для того, чтобы рубить. Это как бы такой японский шеф-нож. Одну секунду возьму лист бумаги, чтобы показать вам его остроту. То есть заточку из коробки. Вау, отличная заточка. Теперь по всей режущей кромке. Да, равномерная заточка. И я доволен. Очень доволен этой покупкой. Отличная. И смотрите, насколько равномерно проточен нож. То есть
по кромке, я сейчас смотрю, или по микроподводу, и он равномерный. Бывает такое, что китайцы затачивают все ножи, насколько я понимаю, вручную на электроточиле, и бывают такие как бы волны, и это очень плохо, поскольку в месте волны, когда волна такая глубокая, там угол очень острый, и когда вы попадаете на этот угол костью, например, рубите какие-то кости небольшие, может быть вмятина или скол на том месте. Поэтому желательно выравнивать, когда есть такая волна с большим углублением, где очень острый угол заточки. А здесь все равномерно, хорошо проточено, поэтому будем тестировать этот топорик в деле на основном канале. А сейчас все, вот и вся распаковка, все ссылки на товары в описании и под видео. Спасибо за просмотр, хорошего настроения, до свидания.